что мы с микрофоном, кстати, это не включены. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, слышно. Нормально? Да. А этот слышно? А если там мы не чекали, то чекали. В эфире слышно? Слышно? Дашка последние три мяча дает. КС. Два мяча еще. Что надо сделать? ПТС. Слышите, нет, ПТС? Ну, ответьте, чего вы молчите? Ну, спрашиваю, что, начинаем? Все, давайте. Коллеги, добрый вечер. Мы начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию по итогам встречи ЦСКА Ростов-Дон в рамках Олимпиад Суперлиги. Вашему вниманию главный тренер гостей Ирина Игоревна Дебирова, игрок гостей Анна Шапошникова, главный тренер ЦСКА Ольга Сергеевна Акопян и игрок Наталья Чигиринова. По традиции первое слово мы представляем гостям. Ирина Игоревна, пожалуйста, ваши впечатления об этой игре. Спасибо большое. Спасибо большое команде ЦСКА за матч. Как всегда, эти матчи все тяжелые, можно сказать, дерби между собой. Все, игра идет нервно. Какие-то моменты в первом тайме по возврату назад мы не отыграли. По центру много забили. Естественно, Наталья Чигиринова на опыте похитрее было, если все в борьбе, она где-то свои голы находила. Поздравляю ее, очень было. Спасибо. Хорошо. С другими девчонками более-менее мы справлялись. Хочу сказать большое спасибо своей команде, что они боролись до конца. И те моменты, где было тяжело и не получалось, все не опускали руки. И что мне понравилось, что некоторые девочки, которые выходили с лавки, и у них это получалось, то, что мы задумывали. А так, очередной матч, я думаю, всем болельщикам очень понравилось. Мы будем работать дальше. Пару человек у нас, наверное, получили травмы. Будем смотреть, какой тяжести. Ну, идем дальше. Спасибо. Спасибо, Анна, пожалуйста. Хочу поблагодарить команду соперника за эту игру. Была битва сегодня. Интрига сохранялась, наверное, до конца игры. У нас были небольшие проблемы в нападении, некий сумбур. Из-за этого были ошибки и потери. Но мы выиграли, это самое главное. Все девочки молодцы. Хочу поздравить всех с победой. И спасибо большое нашим болельщикам. Спасибо. Ольга Сергеевна, пожалуйста, вам слово. Да, поздравляю команду Ростов-Дон с победой. Присоединюсь к словам, что да, наши игры всегда интересны, все их ждут, и мы сами, болельщики, и зрители, конечно же. Игра была напряженная. Мы постарались исправить ошибки предыдущей встречи. Не все, конечно, получилось исправить, но, тем не менее, какие-то были положительные моменты, как раз-таки в том, что мы постарались побежать быстрые контратаки, быстрое начало. Где-то нам это удавалось. Во втором тайме, конечно же, усталость сказывается, и на нас тоже. Поэтому уже был более медлительный гандбол. Хочу сказать спасибо также игрокам, Наташе в том числе. Она сегодня молодец. Хочется сказать, чтобы все были такими молодцы, но такого, конечно же, не бывает. Поэтому, тем не менее,
Также в атаке сегодня у нас было не так много, точнее, практически не было задних бросков, а без них, конечно же, тяжеловато нам сыграть, поэтому своим задним игрокам хочется пожелать побольше бросков издали. А в защите сегодня в каких-то моментах очень активно, агрессивно сыграли, где Ростов сделал потери, но этого было недостаточно. Спасибо болельщикам, спасибо еще раз команде Ростова за этот матч. Будем двигаться дальше. Спасибо. Наталья, пожалуйста. Я тоже хочу поблагодарить и поздравить команду Ростов с победой. Я горжусь и нашими девочками. Мы играли до конца. Мы действительно хотели победить, как и всегда. Но есть над чем работать. Ошибок тоже много. Их надо исправлять. Ну, а главный матч впереди, поэтому ждем с нетерпением следующей встречи с Ростовом. Наталья, в последнее время у нашей команды такая тенденция, что первый тайм дается очень сложно, но сегодня как будто бы поначалу показалось обратное. Что все-таки не хватило под конец первого тайма? По-моему, мы в первом как раз и проиграли 4, поэтому получается у нас так и осталось, что первый тайм мы провалили. Я не могу сказать, что очень сложно вот сразу после игры сделать какой-то вывод, из-за чего так вот произошло. Если мне зададите этот вопрос через пару дней, я вам на него отвечу. Хорошо. Хорошо. Анна, ответимся тоже... здесь через пару дней. Анна, тоже к вам вопрос. В последнее время Ростов-Дон не в очень оптимальной форме, тоже как из стороны в сторону. В чем причина еще, может быть, на ваш взгляд? Почему не так игры идут, как, может быть, раньше? Ну, сейчас очень плотный график, много игр. Может быть, где-то также тяжелые переезды у нас. Может быть, сказывается небольшая усталость. Но по приезду домой есть время на восстановление. И думаю, дальше мы пойдем, наоборот, в гору. Спасибо, Соня. Спасибо. Коллеги, я завершаю нашу постматч пресс-конференцию. Всем спасибо. С кем у вас следующая игра? Дома, да? Угу.